А люди, которые впадают в депрессию, мне кажется, что это от того, что нечем заняться, например, осенью. Ну, то в конце концов, можно найти себе какое-нибудь хобби, какое-нибудь дело, стать чем-то полезным кому-нибудь. И, в общем-то, все депрессии сами собой пройдут. Надо только взять себя в руки и придумать себе какое-нибудь интересное дело. Я думаю, что так. Все от безделия, ребята.